На благо Родины вместо ручек и тетрадей стройматериалы, вместо стен аудитории музей боевой славы. Сегодня в Парке Победы наплыв студентов. В Саратове стартовал проект «Я победитель». Его организаторы, общественные деятели, надеются таким способом привлечь молодежь к идее воспитания патриотизма. Первый этап акции – помощь молодых людей в строительстве нового музея на Соколовой горе. Сегодня по зову сердца собрались ребята, добровольцы, которые хотят поработать и внести свой, пускай небольшой вклад, но в строительство музея трудовой славы. Музей, который должен показать весь наш трудовой богатый опыт Саратовской области, который был и в Великой Отечественной войны, и, в принципе, на территории нашей губернии.